автомобиле поеду. Будем смотреть, пробовать. Сложность упражнения, сами видите, что даже для мотоцикла немножко сложновато. Повторяем упражнение, только уже на машинах. Сейчас набьем дорогу. Макс первый. Отлично. Так, здесь идет диагональ у нас. И все наши участники проедут по этому маршруту. Грунт, камень. И попробуем направо, на гору. Попробуем. Подъемчик хороший. Расстреливает. То есть вот и быстро не поедешь, и ходом не поедешь. И зацеп должен быть хороший. Да, здесь даем назад и поднимаемся наверх. Ох, ёх, твою, вот Макс. И суд зарадел. Патриот, Гудричи. Серега поставил. Ладно, бугорок. Заезжает в яму. Первые машины идут, конечно, с хорошим клиренсом. Что Исузы, что Патриот. Они, конечно, повыше. О, смотри, он даже попроще. Даже попроще. Ух ты, как он его. Отлично. Легче даже, чем Исузы. Так же прям? Да, уже. Нет, вот мои. Порогами не задел. Отлично. Не вытрывал. Вот, между прочим, Николай ездит как-то спокойно. И в некоторых моментах даже переезжает более, ну, подготовленные машины иногда. Что зимой, как ни странно, так получилось. Что недавно на покатушках. Ну давайте посмотрим. Здесь, естественно, клиренс уже меньше, чем у Исузы и у Патриота. Опа, так, бампером, смотрите, прям, ну нет, не черкает. Боялись за бампер, посмотрели. Фу. Нива Тревел, молодец. Артем на Невасике делал модернизацию автомобиля. На данный момент не знаю, что, но с карбюратора делал инжектор. Вроде там самоблок какой-то есть, который, как он говорит, не знаю сколько лет, ничего, говорит, не смотрел. Работает, доработает. Ездит дерзко, ничего не боится. Артем, колесо шипит. Шипит колесо. Порвал. Сильно? Вот, боковой. Ну, он сейчас, мне кажется, давно. Выезжай давай.
песку показал, вообще идеально проходимость. Помощники электронные помогают, выручают. Просто песня. Пневму, наверное, поднял. Бампер вроде не задевает. Смотрите, смотрите, смотрите. Повис! Он что, повис или нет? Да, чуть-чуть. Да, видно, правый порог немножко. Самодельные пороги сделал для себя. Лень, пониже встань. Пониже. Мощь двигателя чувствуется. Ну, он прям по центру висит. Или скорость больше надо? Смотри, какой ворот колес, да? Все равно. Да, блин, висит все. Надо или инерцию, а так он не заедет. Ты по центру висишь. Не крути, не крути, прямо в назад он может еще съехать? Но съезжай назад. То на двух, то на трех колесах стоит. То есть диагональ такая интересная здесь. Бля, чуть-чуть прям. Сейчас попробую угол наклона вам показать. Где-то вот так вот примерно все это выглядит. Лицом прям. Да, правильная траектория, да? Колесо чуть приподнялось. Клиренс тоже и все.
Смотри, как пневма поднята, охренеть. Вот он, пневма работает. Дастер Алексея 1.6. Честно сказать, хорошая машина. Мне нравится. Вообще машина, конечно, классная. Для всего, для бездорожья, для города. Прям катается вместе с нами. Глобальных поломок было, что он сцепление менял, по-моему. А так, чтобы что-то... Так. Как-то он решил по другой траектории. Говорит, туда, говорит, я не поеду. Полюбаса, говорит, что-нибудь оторву. Ну, а здесь? Автомобиль вывешивается, видите? Колеса отрываются. Вот, колесо отрывается, и за счет ESP Duster вытаскивается. Какую траекторию выбрал. Ямы. Не нужны ни самоблоки, ничего не надо. ESP рулит. Что, печаль, да? Да. Надо шиномонтажку. Да, порвалось колесо, конечно. Только приехал, да, и на тебе. Ну, первый раз. Артем столько покатушек пропустил. Но... Приехал. Артем, расскажи, какие последние модернизации ты произвел? Я сказал, что вроде с карбюратора на инжектор, да? Да. И все пока, да? Пока, да. Ну и что, поинтереснее, нет? Конечно. Конечно. Турбокомплект уже лежит. Ух ты. Скоро будет. Ясно. То есть самая быстрая тачка в Оренбурге будет? Ну, не самая быстрая. Но бездорожье, скажем, может быть, и будет. Ясно. Максим взял крутой подъем. Такой серьезненький подъемчик. Так, сейчас Патриот. Что там, пластик нормально? Да. Ты вот на пониженной сразу? Тут просто инерции не хватило. А смотри, глушитель вон, да? Цепанул прям посередине кузова почти. Съезжай назад. Назад съезжай. Ну она потому что подвисла. Свикарился. Сзади электроблокировка заводская идет, которая установлена. Сейчас спустится. А ты когда электроблокировку включишь? Нет, не работает. Нет. Пора уже включать. О, сейчас работает. О, другая траектория просто и все. Давай. Все. Очковенько.
Да, когда колесо право упало, да? Ну, молодец. Тревел. О, как легко! О, как легко! А база покороче? База покороче. Что и Isuzu, что Патриот. База длиннее и на центр кузова садится быстрее. А видите, набирайся покороче и проехал спокойно. Нашли новую траекторию. Здесь когда-то соревнования проходили. То есть спуск и здесь такие постоянные диагоналки. Давайте посмотрим Isuzu. Нужна инерция. Поначалу проверил, видите, а сейчас о, в диагональ стал. Может туда? Постоянно диагональ, постоянно. Да, левая сторона. Что, копаем? Убираем? Предлагал вперед немножко его дернуть в бок. Вот на сторону. Да. Сейчас качнется. Вот эта вот резина, такая нанкан называется. Я тоже такую заказал, призываю себе. Ну, пришла, закатаюсь. Классно, мягко, балансируется хорошо. Патриотик, смотрим, как здесь пройдет. Реально, когда спускаешься, кажется, вот так вот спускаешься.
Ходить-то неудобно, ноги ломаешь. Проезжать. Вот. А что, электроблокировка? Сейчас, давай, к подруби. О, как поехало поинтереснее. Заводская электроблокировка установлена. По-моему, на второй панель, наверное, по-моему, подключается. Здесь ямка. Здесь на выезд идет диагональ. Он тут проезжал? Он не здесь ехал, он сочканул. И на выезд. Все. Ну, отлично, отлично результат. Спокойненько, легко. Напишите комментарий, так это или нет. Поинтереснее проехал. Тот же маршрут после УАЗа Патриота, Невасик. Заднее, правое колесо, запаска, лысые. Так как ботину порвали. Здесь вывешивается, конечно, хорошо. Даже лучше, чем Патриот проехал. Сглазил, сглазил. Молодец, красавчик.